До 1 октября выбрать себе семейного врача – это медреформа. С Нового года пациенты должны быть закреплены за своим доктором, а врачам по-новому начнут начислять зарплату. Причем любопытно, чем меньше будет болеть пациент, тем выше будет доход у доктора. В чем здесь соль, разбиралась Алла Щелочева. Как сводки с полей сообщения о закрытии очередной поликлиники или больницы, что для простых людей плохо, для чиновников очередной этап медицинской реформы. И вот еще новое. До конца месяца пациенты должны выбрать семейного врача. Пришлось тут сгадывать то, что и забыл, и не знал. Он, бачите, притягнул книжки все, потому что тут сам. Ну, страх який, потому что ты залишаешься сам на сам с пациентом. Это сейчас доктор уже спокойно вспоминает, как начал работать в семейной амбулатории. На 6 тысяч киевлян трое врачей. Тут все есть. Первая медичная допомога, и нервная колика, и кровотеча, и анафилактический шок. К самому далеко живущему пациенту 10 минут пешком. Таким условиям завидуют их коллеги в Закарпатье. Радиус обслуживания у нас 5 километров, враховуючи погану дорогу и навіть те, що йдемо стежками напрямо, більше години треба бігти. У этого доктора 1600 пациентов. С утра она занимается малышами, после идет к старикам. Бабка має гипертонию, сердце хворе, постоянно принимает препараты. С Нового года работу медиков будут оценивать по-новому. За каждого конкретного пациента врач станет получать определенную сумму. Самыми дорогими будут пенсионеры и дети, а работающие взрослые – самыми невыгодными. К тому же, чем меньше у врача госпитализации, направлений к узким специалистам и вызовов скорой, тем больше у него зарплата. По замыслу чиновников, профилактики должно быть больше. Если это занедбаний випадок туберкульозу або онкологии, минус 50% за один випадок. За один. Если у тебя их два, то ты получаешь голую ставочку. В Минздраве успокаивают, новая градация для врачей и пациентов только в плюс. Вот те предостережения, которые звучали, что типа не будут направлять на консультации, но никто же не может запретить пациенту вызвать скорую помощь. Это не реформа, это эксперименты. А эксперименты в медицине надо на мышах проводить, а не на людях. И надо понимать, что эксперименты очень плохо заканчиваются. В Минздраве готовят еще одну норму. Уменьшают количество пациентов на одного доктора. 1200 в селе, на 300 больше в городе. Вот только где набрать столько семейных врачей? Алла Щелочева, Марина Коваль, Сергей Килибник, Юрий Ковалев. Подробности. Телеканал Интер.